какими эмоциями ходили после команды? Здесь все-таки раньше вы зависите, то есть это была первая команда, не знаю, как это. Все-таки остались какие-то, наверное, эмоции от тебя видите здесь? Ну да, конечно, это ну, было уже достаточно давно, как бы эмоции, ну, положительные. С некоторыми ребятами еще играл в этой команде, которая здорово. Но есть такое, что груз ответственности спал? Или вообще на вас тренеры не давили? В том-то и дело, то, что спасибо им огромное, то, что никто, ни тренеры, ни руководство на меня не давили. И я знал, то, что рано или поздно это придет, я просто работал и как бы... Дайте главного героя взять. Можно быстренько. Я думал, ты меня сейчас интервью возьмешь. Не ожидаешь, что команда так поздравит? Они вас там поливали просто душу вообще. Да, на самом деле, все ребята ждали этого гола. И все рады, конечно. Но вы особенно. Да, в принципе, что уж. Уже как бы надо идти дальше, уже все, настраиваться на следующую игру, как говорится, чтобы голова была готова. Можете не ожидать основные голы от Раскоева? Ждите, ждите. Я, в принципе, готов. Спасибо.